Одно из самых крупных сельхозпредприятий нашего региона сменило владельца. Александр Горшков продал СПК «Стародворский», сообщает сегодня «Комсомольская правда» во Владимире. Эту информацию по телефону нам подтвердил и сам аграрий. Напомню, в этом году на него завели несколько уголовных дел. Горшков и его бухгалтер подозреваются в мошенничестве. По версии следствия, руководитель СПК получил бюджетные субсидии, около 15 миллионов рублей, на покупку кормов и топлива, а потратил деньги на погашение ранее взятых предприятием кредитов. Сам Александр Горшков объяснил это попыткой спасти свой сельхозкомплекс от разорения. Имя нового владельца СПК «Стародворский» пока неизвестно. По словам агрария, это москвичи. От более подробных комментариев он пока предпочел воздержаться.